Ну что ж, всем привет. И снова продолжим наше карточное путешествие в... Блин, твою ж мать, забыл, как называется. Hand of Fate. Hand of Fate. Оу. Неплохо. Блин, прикольно сделано. Ладно, не будем смотреть на эту... Режим... Да-да-да, режим приключения, конечно. Кто у нас сегодня? Сегодня у нас... Твою мать, я тебе плохо вижу, что написано. Король пыли. Компенсация. Всякий раз, когда игрок заканчивает бой, он теряет по одному золотому за 15 единиц здоровья. Что-то здесь намудрено, и я не всегда тут понимаю. Так, что нам тут составили? О, какой хороший. Да, в его черном сердце, бла-бла-бла. А это что такое? Короче, скорости. Так, а что у нас здесь? В принципе, меня устраивает. Не будем менять. А вот здесь бы... Блин, мы это все не видели, значит, мы это оставим. То, что новые карты. Это я не могу поменять. Выбор дьявола неплохо. Зал мертвого короля. Блин. Нет, я уберу все-таки. И Казасаду уберу, и Извилистый путь уберу. Нападение разбойников, твою ж мать, не могу убрать. Так, сундук с сокровищами, нафиг, опасно, хрен, лабиринт с ловушками оставим. Так, гоблины не можем убрать. Так, хорошо. Ну, ваша колода 18, я могу максимум 22 составить. Так, фишки, река, встречи. Что эта карта там дает? Зал мертвого короля. В главном погребальном склепе вы видите древний... В главном погребальном склепе вы видите древний. И запятаем. Как-то не очень здесь. Древний богато украшенный саркофаг. А, это мы возьмем. Это же ж... Ничего страшного, сон на этом... Я думаю, возьму. Старое кладбище. Предупреждение бывали. Пари с дьяволом. А давай-ка мы еще и пари с дьяволом возьмем. Так. Ну что, думаю... Так будет хорошо. Lands, пыльная дама, пыльный король. Что вы тут все такие пыльные? Так. Что ж нас сегодня ожидает? А? Кто нам подкинет судьба? Так. You face the first of my kings. Each has shaped the nature of their forces with the strength of their will. They will turn that power to your destruction. Сейчас ты оценишь эту разрушительную силу. Посмотрим. О, дева. Круто. Дева, дева, дева. Так, давай нам припасов. Это самое полезное будет вначале. I'm sure you're grateful for that. Так, поехали дальше. Так, любезный жрец. It amuses me to watch them attempt to discern the very likeness of the gods down to their toes. Вот теперь можно отдать половину жрачки. Ну давай посмотрим, повезет нам или нет. А вот эту. Блин, не повезло. Ну, тут в принципе всегда везет, но я хотел бы супер этот успех. Так. Так, он произносит, как всегда, на неизвестном языке. Ангел-хранитель. Ага, так, ангел-хранитель. После первого получения... Да, после первого получения карты удачи вы можете вернуть карту и выйти на другую. После перетасовки. Ну да ладно. Так, здесь у нас что? Выход из пещеры.
Да блин, я и не хочу. Я хочу здесь все исследовать. Река. How will you cross this time? Куда ты пересечь реку? Так, 3 успеха и 1 провал. Ну что ж, посмотрим на сегодняшнюю удачу. О, огромный успех, это шикарно. Начало у нас неплохо получается. Так, пересекая реку в легкой броне, так это уже было такое, такие надписи. Да. А, нет, это уже новое. Пересекая реку в легкой броне. Так, 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 так. Так, вы решаете сделать паузу и ныряете за блестящими камнями на дне. Быть может, их удастся продать за пару монет. Так, ясно. 30 монет мы получаем. Так. Добравшись до другого берега, вы заметили, что один из камней на самом деле является кольцом. Выбираете его, чтобы осмотреть позже. И продолжаете свой путь. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Your prize. Ну, это хорошо. Пум-пум-пум. Что за колечко? Так. Честно говоря, я ничего нового не вижу. У нас... Что у нас тут? Это... Кубок. Это кубок. Ладно. Ничего. Значит, только компенсация всякий раз. А, да. Ну что, пошли. Правда, хавчика мало. Да, выйдите из пещеры. Do you understand how this game works now? Do you comprehend the stakes? А, на кону стоит моя жизнь. Это я уже давно понял. О, гоблины, твою ж мать. Funny little fellows. Какие забавные ребята. Так, ну что ж, сразимся. Эту денежку можно поднять будет с них. Правда, у нас топор големы. Минус 1, минус 7. Давай. Так, ловушки. Твою ж налево. Здесь нет ловушек. Это хорошо. Отдыхай, скотина. Не сдох. Тоже. Оп, оп, оп. Застрял. Ну и хорошо. Так. Ну что ж, неплохо. Правда, нас покоцать успели. Чутка. Так, мы разобрались с гоблинами. Золото, правда, у нас 35. А было сколько? 30, по-моему. Мы 5 золота подняли. Да. Торговцу к торговцу. И хавчик покупать. Так, купить припасы. Побольше, побольше. Фак, у нас и закончилось. А, можем вот так сделать. А, 4 стоит. Так. Фу, опять эта тварь ползает по столу. О, меня же всего передергивает. Ненавижу. Герой Эмбертауна. Так, это у нас такая уже карта была. Так, спросить. Да, он гнался, как всегда, за шайкой воров. А мы их догоним.
One more step down, and we may see the end of this, or another set of stairs. Стоп. Шайка воров. Вон там. Нет, не пропустить. I like nothing more than the chance to see how you handle yourself in these circumstances. Да не, какая подача от воров? То есть подачки. Так, успех. Блин, надеюсь, что повезет. Ох, ёпарсы-то. Твою ж налево, как нам везет. Вы приближаетесь к бандитам, и они... Все больше нервничает. Вдруг один из них бросает мешок с добром и скрывается в лесу. Остальные улепетывают вслед за ним. Так, 3 карты добычи. Средняя бронешлем отражение. Твою... Хочу среднюю броню. Middle of the road in так, желаю ее экипировать, конечно, хочу одеть. Так, 15 золотых. Еще золотишко. Что ж, можно к торговцу забежать за хавчиком. Так, купить хавчика. I'm sure you're grateful for that. Все, мы больше не можем. Так, интересно, а шмотка на меня оделась? Да, оделась. Это хорошо. Descend ever deeper. Да, поднимаемся по лестнице. Ну же. What brings you to play the game? Ha. I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Ну, о чем мне рассказывать тебе? О том, зачем я к тебе пришел. Пришел и все. Значит, играем. Засада. Давай. The bandits are solely loyal to their king. They will not let you reach him easily. Легкий шорох за спиной, все предупреждение, которое вы получили от грозящей вам смертоносной опасности. Смертоносной опасности. Чума. Разве нам выпадала такая карта хоть раз? По-моему, нет. Или я что-то уже путаю? О, ребята, крысы эти... Поехали. Так, задел. Или не задел? А, вот теперь задел. Мог задеть, гад. Плюс... Минус 7 золота или плюс 7 золота? Минус 7! За что? Подкрасться и перебить противника. Так, одна неудача. Надеюсь, мне повезет. Твою! Какого хера? Что ж... Везение на такое. То везет, то не везет. Подкрасться и перебить противников. Захваченный врасплох, вы мешкаете, и противник оглушает вас. При создании вы обнаружите себя одно в компании мертвецов. Фигово. Our lives are often lived thus, are they not? No. Pushed back and forth by the whims of nobility or power. Так, все земли королевства наводнили люди-крысы, на дорогах грабят купцов и простых путников, таких как ты.
Да. Так, стоп. Отказаться. Заплатить герцогу 50 золотых. Моя стража нужна мне здесь. Но если бы только у меня были 50 золотых, я бы нанял людей, чтобы выследить. Так, и нам предлагают 50 золотых. А может все-таки выследить Лешки этих? Вот мне интересно, если мы отказываемся, мы выслежим или нет. Он же хочет, чтобы мы выследили Лешки этих паразитов. Так, отказаться. Я понимаю, что работа на благо общества непривычна для вашего брата. Но если вдруг передумаете, возвращайся. Это я типа должен был ему дать, чтобы я мог как-то это... Или бы я чего-то не понял. Какой-то я сегодня совсем не собранный. Странствующий лекарь. О, не, мы тебя пропустим. У меня золота и так нету. Так. Дьявольский цирк. At its heart, these traveling shows are but mockeries of the true mysteries. Ну, давай посмотрим. There's a token in it for you if you win. Как-то на закате вы подходите к крупному поселению, в котором недавно приехал бродячий цирк. Необычные образы, еще более необычные запахи преследуют вас, пока вы бродите среди шатров и прилавков, которые некогда пестрили яркими красками, но теперь блекли и покрылись пылью. Что-то здесь не то. Пыльный король, пыльная дама, просто пыль, пыльные шатры, пыльный цирк, пыльная, блин, игра какая-то. Игра про пыль, все. Так, и простолюдины. И аристократы, словно в тумане, бродят по улицам и переулкам среди зазывал и артистов. Далее. Успех, огромный успех, провал, страшный провал. Твою ж налево. Провал, конечно, как... Оу, страшный провал. Как мне везет, охереть. Далее, хорошо. Чувствуя, что в этом месте творится недоброе, вы разворачиваетесь и попытаетесь уйти. А, попытаетесь найти дорогу из города. Вместо этого вы оказываетесь в самом центре толпы. Тайны цирка ждут вас. Успех, огромный успех, провал, страшный провал. Твою ж налево. Успех, хорошо. Так. Нужно было вторую карту брать. Вы заходите в небольшой шатер гадалки. Сев напротив старухи, вы заглядываете в хрустальный шар. Видите себя в одном из будущих сражений. Пыль. Вы покидаете шатер. Так, а, вот. Не то. Видение продолжается достаточно долго, а вы видите, как вам наносит сильнейший удар, льется кровь, и вы падаете замертво. Старуха произносит сильным акцентом твое будущее, да. Твое будущее, да. Откуда я знаю, будущее или нет? Что она у меня спрашивает? Вы покидаете шатер в смятении под хохот старой корги. Фак. Некоторое время спустя вы оказываетесь на границе леса, оставив шум толпы позади. День только начинается. На который день? Вы оглядываетесь и видите развалины давно заброшенного города. Так. Ты какого хера забрал эту фишечку? Дай мне ее. It's better than trudging along a muddy road. Certainly. Я немного не понял. Я увидел судьбу, типа там это. Но...
Что-то сегодня ни хера не понимаю. To tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Ну, давай сюда сходим. Зал мертвого короля. The king is one of the players in our great mystery. Yet here he lies, dead and unforgiven. His time is now long past. На такую карту мы уже нарывались. Успех, успех. Твою мать. A choice. Select your side. Fuck. Ну вот как вот так мне не везет. Вот, а здесь огромный успех. Всегда выбирал первую там херня мне попадается. Видел, что я сделал второй. Что-то хорошее о карте был. Нет, вот сейчас я решил выбрать. И сейчас же мне... Вам не удается побраться незамеченно, враги бросаются на вас. Ну, это понятно. Хоть жизни не отнимают. Так. Фак. Так. Оу, там еще что-то у нас. Так, нет. Лучше я как-нибудь здесь останусь. На компьютерчке сложно драться. Это было немножко напряжно. Да блин, еще и минус 6 золота. А тут, по-моему, везде будет минусоваться золото. Хоть добыча у нас, снаряжение. Что мы снаряжение получаем? Цепи ярости. Если во время боя получаете урон от луков и магических жезлов, появляется шанс перезарядить предметы. Нет, не хочу одевать. А хоть жрачку нам дают, это уже хорошо. Засада. Туда мы не пойдем однозначно. И еще засада. Значит, пропускаем две карты. Так, хорошо, ладно, зайдем к тебе, по-моему, кое-что можно будет продать. Продадим мы доспехи. Мне вот так посмотрим. Да, так, продать предметы. Можем топор. Так, вот это продадим. Так. Так. А вот это мы купим. Вот так будет замечательно. Ну что ж, пошли. Лестница. Вот не хочу. Вот не хочу и все. Хочу посмотреть, что здесь. Ходу на людей крыс. Зря. Надо было идти. Твою ж, 10. Охереть. Это будет... Ай-яй-яй, как сложно. Фак. Конечно, дело. Мне бы хоть... Оружие другое бы здесь дали. Oh, my God.
плечи. Как херово. Еще и золото все забрали, сволочи. Третий нет. Ну, блин. Не то чтобы супер. Да, иди по лестнице. On this floor, the Chief of Dust waits for you. He is prepared. Are you? Пыльный король. Король пыли. Нет, будет у нас он пыльный король. Так, что ж. Блин, нападение разбойников. Вы издеваетесь. Так, у нас уже такое было. То, что оружие не выпадает вообще никакое нам. Давай, давай. О. 10 чутко прошло. Здесь фигово, каждый раз минусуется наше золото. А, 30 золота. Каждый минус будет жопа. Что? Башня магов. The very apotheosis of intellect. Magicians. I cannot fault your choice. Though I wonder how you will fare так, against башня such магов. Tactics. Маги, корона. Или корона. Неважно. Последний из людей, владеющие магией, их в равной степени боготворят и боятся. Они скрываются в башнях бесконечного, стремляющихся в небеса, ближе к богам, которых маги надеются свергнуть. Охереть. Так это противник или как? Так, хорошо, ясно. Фишечка нам может перепасть. Это интересное. Такое у нас еще не было. Так, вы приближаетесь к высокой башне, мерцающей магической энергией. Так, как только вы прикасаетесь к холодной железной двери, маги уже знают о вашем присутствии. Будет бой. Да, маги? Два мага. Две маги. Так. Охереть. У вас не два, а три. Так. Это будет сложно. Я так понимаю. Так, 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 так. Интересно, насколько они живучи. Так. Что это? Что это было? Оп-оп. Ай-яй-яй, самонаводящие, нечестно. Так. Куча, куча, куча. Сдох? Кажется, что сдох. Твою ж налево. Вот так, а так, а так. Можно сбрасывать.
Круто. Да, злостные чуваки. Могут доставить много проблем. Вы приобрели врага в лице гильдии магов. О, спасибо. Теперь это карточная... Да, хорошо. Карточная фишка. Ой, опять эта тварь по столу там бегает. Ну что, пошли. Засада твою налево. You may have to contend with every bandit in the kingdom before you reach the king. Так, хорошо, хорошо. You may have to contend with every bandit in the kingdom before you reach the king. Я понял. Не давать им расслабляться. Твою налево. Отвечай. Блин. Жизнями у нас, блин, херня получается. И золото у нас постоянно отнимается. Так, 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 так. Давай выбирай. О, блин. Везение наше куда-то ушло. Совсем все нехорошо. Так, да, я захваченный врасплох, я понимаю. Пошли. Сон на постоялом дворе. What sort of scoundrel would go through a sleeping man's belongings? Блин, негодяев много на самом деле, которые готовы меня тут и прибить, и обворовать. Так. Вы спали на постоялом дворе, как вдруг проснулись и увидели, что в ваших вещах роется разбойник. О, круто. Мне ж везет везде, абсолютно везде. Вы вскакиваете на ноги и хватаетесь за оружие. Разбойник смеется, он явно пьян. Спокойно. Спокойно, принцесса. Это он мне? Тебе чего, яблочко жалко? Он стоит, пошатывается, сжимает в руках украденное яблоко и несколько монет. Вы хватаете его за руку и получаете удар в лицо. А девчонка наша драться захотела. Разбойник снова смеется, сплевывает вам под ноги и отворачивается, чтобы уйти. Я вот задумался, блин, это ж опять сейчас у нас что-нибудь свистнут здесь, атаковать врага отпустить, не знаю. А давайте пощадим. Разбойник смотрит на вас с презрением. Я так и думал. Он выходит из комнаты, напивая себе под нос. Сдающий дает вам карту. Карта боли. А смысл того, что я его вообще отпустил? Покачав головой, вы устало поворачиваетесь к кровати и видите призрака из леса. Его глаза настолько знакомы, настолько живы по сравнению с мерцающим телом. Интересно, улыбается вам. Воспоминание отчаянно ускользает от вас. И в чем прикол? Так. Ты все такой же. Не стоило меня бояться. Бледные руки тянутся к вам. Вдруг вы вспоминаете смех. Смех, который всегда сопутствовал этим веселым глазам. Я не могу здесь оставаться, нет сил. Не забывай меня. Вы моргаете, и призрак исчезает. Исчезают и эти глаза. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Забавно. Но я опять же нихера не понял. Получается, я так думаю, если бы мы его сейчас не отпустили, этого воришку, то этого могло бы и не быть. Хотя могло и быть. В любом случае. То есть, я нихера не знаю. Могло быть, не могло быть. Это, блин, покуда не проверишь, не узнаешь. Так, выбор дьявола. Though I admire his ilk, I live by very different rules. Хорошо, давай, поехали. На вашем пути возникает дьявол, закутанный в длинный плащ. Так, мы это уже встречали.
Выберите своего противника. Пыль, чума. А давай чума валет. Или валет чума. Чумовой валет. Так-так, значит, вот кто тебя больше устроит. Что ж, будешь сражаться с другими. Так, забавнее. Значит, я опять чего-то не догнал. Получается, я с этим дерусь, а не с тем, кого я выбрал. Нужно было выбирать этих. Как же херово будет, 12 штук. Ёпарасы-то, как я с ними справлюсь? Там еще и стреляющие. У меня и жизни мало. Фак. Оу. Мне уже тяжело. Вернулся. Да поворачивай. Так. Фигово. Тут за всеми не уследишь. Так, три попадания. Напряжненько. Нехер в меня кидать всякую хрень. 4 попадания. 5 попаданий. 6. Было сложно. Довольно-таки муторно. О, вот это мне нравится. Это замечательно. Так. Это что? О! Все, я хотел посмотреть, что это за карта. На лесной поляне вы встречаете крестьянку. Или я уже встречал такую карту. Здравствуй, путник. Нам с родными не пережить эту зиму. В лесу позади нее вы замечаете какое-то движение. Дать женщину одну единицу пищи. 5. Ёпарасы-то. 1, 2, 3, 4. Блин, могу только одну дать. Женщина с радостью берет продукты и отдает их детям, которые убегают из-за деревьев. Так, мог бы дать и больше, но, к сожалению, не позволяют припасы. Пока дети едят, женщина коротко рассказывает обо всем, что она в последнее время видела и слышала. Так, так, там Лионел, господин, тут охота на крыс мы не будем, а здесь пыльный король. Ясно. Так, здесь у нас будет. Да. Very few are so foolish as to deliver themselves to the king. Король свирепел в бою, но. Так, король свирепел в бою, но верен своим воинам. Он способен исцелять их во время сражения. Блин, вот если я бы мог пропустить его и дойти там до лавки, купить здоровье, 4 пыльных воина и король. Акцент будем делать на короле, как всегда. Главное...
Так, он кидается. О, что это было? Треть. Это мне совсем не нравится. Так, так, так. Фак. Хватим, давай. Опа. Несет. Твою ж налево. Не совсем нам везет. О, типа он исцелил их. Не нравится мне такое. Да блин. 52, 52, 52. Так, к нему, к нему. Да отвалите от меня. Стихай. Так, 46. Есть, есть, я его завалил. Блин, словил все равно. Твою ж налево. Блин, подставился под удар. Ух. Это было сложно. Еще бы чуть-чуть и завалил бы меня. С этим, блин, ржавым топором особо и не посражаешься. Пыльный король. There are many who will be pleased that you have defeated the likes of my lesser king. As for me, I think you have but proven that I must defeat you entirely. Ну что ж, посмотрим нашу добычу. You will need them and more. Заныряние в реку. Кольцо выживания. Круто. А, вы получаете так, это ясно. Это перчатки мага, маска мага, убийство при чего? Бруктопе и ученик. У нас оружие, по-моему, дадут. Нет. Что это такое? Так. Качественный крас за победу над моим кораблем разбойников. Ты получаешь эти новые карты. Ледяное трение. Жизнь и здоровье. Валет чешуи. Я знаю, что это такое. Останки героя. Маковая больня. Это, по-моему, стрёмное что-то и незнакомое в тени. Блин. Стрёмные карты. Ну что ж. Довольно было, блин, напряженное приключение у нас в карточном мире. Нас чуть и не завалили. Так что, да и долгое получилось. Аж на 40 минут. Так что, я думаю, остановимся передохнуть. А уже продолжим в следующий раз. Так что всем спасибо и всем пока.